некоторые себе, как бы своему здоровью, своему бытию не так важно чтят и относятся. Участники клуба «Импульс» встретились в парке для традиционной тренировки. Но на этот раз к их занятиям присоединились автоинспекторы и сотрудники учреждения «Безопасность дорожного движения». Мы практически каждый будний день занимаемся в парке в городском, ведем физкультурно-оздоровительную гимнастику, проводим. Сегодня пришли представители из ГИБДД и прочитали нам лекцию о том, как надо людям нашего возраста вести себя на дорогах. Собравшимся рассказали о том, как важно соблюдать ПДД. Каждому вручили карманный фонарик со светоотражающей лентой, чтобы в сумерках эти пешеходы были заметны на дороге. Кроме того, что они ведут замечательный здоровый образ жизни, конечно, безопасность на дорогах тоже не должна быть на втором месте. Это очень важно. И сегодня напомним им об этой опасности на дорогах, которая может предостерегать людей именно пожилого возраста. Профилактические акции в городе стали традиционными. Ближайшие организуют ко Дню отцов. Дети будут раздавать памятки взрослым и напоминать им правила дорожного движения. Семен Егоров, новости Юго-Востока.